В Душанбе прошел круглый стол, посвященный Международному дню сельских женщин. Мероприятие было инициировано Министерством сельского хозяйства Таджикистана при поддержке проекта комплексного развития сельских районов. Десятки экспертов, представители министерств и ведомств, организаций и доноров, а также сами сельские женщины делились своими проблемами и обсуждали пути решения. Мероприятие проходило в рамках проекта комплексного развития сельских районов «Содействие инклюзивному росту экономики села для благосостояния населения». Проект инициирован Федеральным министерством экономического сотрудничества Германии и софинансирован Европейским союзом. На мероприятии выступили представители Комитета по делам женщин и семьи, а также Министерства сельского хозяйства Таджикистана. Минсельхоз Республики презентовал цели и задачи стратегии повышения роли сельских женщин. К концу сессии прошло групповое обсуждение вопросов и определение приоритетных вопросов на будущее. Целью проекта комплексного развития сельских районов является увеличение добавленной стоимости сельхозпродукции. Проект имеет 5 компонентов, направленных на улучшение благоприятных условий для предпринимательской деятельности и политического диалога, повышение продуктивности сельскохозяйственных цепочек, создание стоимости, содействие доступу к экспортным рынкам, поддержка бизнес-стартапов и продвижение предпринимательства и улучшение благоприятной среды в комплексном управлении водными ресурсами.